Всем привет! Видео про то, как я делаю томатную пасту и не только. Почему решила снять видео? Мы с вами купили овощерезку, вот такую. Вещь классная. Так вот, морковку вставляешь, секунда морковки нет, секунда морковки нет, секунда морковки нет. У меня в молодости был комбайн такой домашний, а это вот просто овощерезка. И на радостях я вчера сделала свекольную закуску. 5 килограмм свеклы за 5 минут переработала. 5 килограммов морковки, 2 килограмма лука. Все это потушила в казане в этом в растительном масле. Хорошо посолила. И получилась вот такая вещь. Мне посоветовала подружка Лена такое сделать. Это можно добавлять в борщ. А можно есть как закуску, например, к мясу можно подать, как салат, или просто захотел перекусить, намазал на хлеб и поел. Получилось очень вкусно, да. Перед тем, как закатать, я маленечко уксусной кислоты налила. В свекле уксус не помешает. Кстати, сахар я сюда не добавляла, у меня уже сахарный диабет. А сейчас я буду делать томатную пасту. Тоже вчера, вот в этот казан у меня вошло 5 килограмм помидор. На 4 части вчера Ваня мне порезал. Сердцевинки убрал, и я в этом казане потушила полчаса, чтобы стала такая вот однородная масса. Сейчас вот этим блендером я это покручу тщательно и поставлю тушиться на медленный огонь прямо часа на 3, чтобы выкипела жидкость. И потом в баночки закатаю. Убираюсь на кухне. Сейчас сниму это видео и пойду убираться на веранде. Кому нравится, смотрите. Пасту покажу итог, когда закатаю банки. Не прощаюсь. Паста варится. Где молодость прощала радости и глупости. Скажи всем привет. Всем привет. Скажу всем привет. Еще что? Скажи, что ты сейчас делаешь? Что ты делал сейчас? По хозяйству убирал. Что ты делал? Подметал. Подметал на улице. А сейчас чем ты еще ты? Самое как это Галь. В это время чем ты занимаешься сейчас? Я будто с маленьким ребенком. Ну скажи. Я беру у тебя интервью. Сейчас еще что ты делаешь параллельно этому? На печке. Пастор, на печке. Я не знаю, что такое интервью. Понятно. Ты что, может, заодно и подмыться? Вот такой у меня наглый муж. Он варит борщик, пока я пашу. Я не знаю, что такое интервью. Может, подмыться заодно? Иди. Выздоровел. Кстати, о птичках. Муж мой выздоровел. Все нормально. Не надо, не сглазь. Все. Радости и глупости. Собираюсь нынче в храм, а в это воскресенье. В доме я закончила. Сейчас перейду на улицу. Хочу. На улице такая погода, просто лето. В майке можно ходить и в шортах. Не, не, правда. Пойду сейчас мусор сжечь. Ой, какая красота. А что там? Варится еще? Вон там мне надо мусор сжечь. И там еще сниму видео про розочки и еще про что-то. Все, всем пока. Кому понравилось, ставьте лайки, пишите комментарии. Передавайте Ване привет. Ваня у меня против моего блогерства. Ну что Ване делать? Старость не радость. Кстати, говорят, что чтобы не стареть, нужно, чтобы мозги постоянно развивались. Нужно чему-то учиться. Вот я учусь блогерству. Поэтому не дождетесь. Да, Вань? Ну да. Ну что, наливай вот это? Да, наливай. Всем пока. Вот столько томатной пасты получилось в итоге. Сколько? Литр и 700 грамм. Ну, все. Две ложки томатной пасты на сумочку. Да, мне кажется, даже одну можно. Все же все равно дешевле. Ну да.
Вот 5 килограмм помидор маленько подварила, через дуршлаг откинула, получился литр томатного сока, ну, совсем жидкий такой, и гущу. Это вот считай, вот ты, мы, это, вот это, мы опять в сторону, я посмотрю. 5 килограмм помидор по 25 рублей. 100 рублей. Ну, короче, вот эта паста стоит вся 100 рублей. Нормально. Можно делать. Сделаем еще. Кстати, помидоры для томатной пасты продаются на рынке отдельно подпорченные, стоят 10 рублей килограмм.